Друзья, всем привет! Сегодня будем делать интересную самоделку из 19-литровой баклахи из-под кулера. Да? Самоделка на самом деле очень простая, быстро в изготовлении. Ну, как всегда, я думаю, она принесет много пользы. Поэтому давайте уже приступим к ее изготовлению. Всем приятного просмотра!
Друзья, вот такая вот получилась у нас сегодня самоделочка, да, довольно-таки, ну, простая, но в то же время будет очень полезной. Как вы видели, сделал дополнительную еще ручку, она не помешает. Чем полезна может быть данная самоделка? Ну, я делал ее для дачи, сейчас скоро начинается сезон, мамы, бабушки будут постоянно в огороде что-то полоть, убираться. Эта самоделка им пригодится, я думаю, и они ее оценят. Как ее можно использовать? В первую очередь ее можно использовать также для хранения инвентаря. К примеру, у нас есть полотики, перчатки, секаторы. Мы можем все убрать и закрыть. И будем знать, что наш инструмент находится в одном месте, и в любой момент мы его сможем взять и поработать. В то же время, если мы все уберем, мы можем использовать для того, чтобы, допустим, ту же самую траву сюда убирать и потом уже нести на яму, на перегной, да. Можем также налить воды сюда и принести воды. То есть функций довольно-таки много. Также можно, к примеру, сделать здесь, ну, как уровнем такие полочки и хранить семена различные. И в то же время, когда вы устали, вы можете спокойно сделать из этой баклажки обычный пуфик. Сесть и отдохнуть. Вот такая вот самоделочка у нас получилась. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч!